Уважаемые коллеги, уважаемые гости, мы собрались сегодня здесь, у служебного здания пункта полиции, чтобы увековечить память и открыть мемориальную доску погибшему при исполнении служебных обязанностей капитану милиции Гришину Виктору Николаевичу. Гришина я знаю по совместной работе. Он был принципиальный и преданный делу милиции, боролся с преступностью. Ну, вот жители города Мамоново, даже дети, вот они до сих пор помнят нашего папу. Ну, а я очень благодарна всем администрации города, ветеранам МВД, действующим сотрудникам, всем, кто принял участие и увековечил нашу память отца. Очень приятно, что помним, чтим много людей, дающих как бы возможность запомнить, что есть действительно настоящие сотрудники правоохранительных органов, которые достойно могут исполнять служебные обязанности.